Непыльное выдалось утро, шутят самарцы. Убирать дороги и тротуары вышла весенняя техника. Вакуумные подметальные машины. Чтобы не поднимать вокруг себя облако пыли, дорожный пылесос сначала увлажняет асфальт, щетки сметают грязь к вакуумной установке, которая засасывает ее в бункер, расположенный в корпусе машины. 10 минут, и тротуар буквально сияет чистотой. Сразу вызывает и положительное впечатление о городе, о том, что у нас очень чисто, очень хороший город, очень красивый, привлекательный. Приятно ходить по чистому городу. Ну, ощущение весны как-то более лучше, что ли. Мы живем в Самаре, как бы очень хороший город. Я думаю, он должен быть чистым. Пылесосы чистят дороги и тротуары. Для последних используют технику малогабаритную, чтобы было удобнее работать. Всего 28 машин. В скором времени в распоряжение муниципального предприятия благоустройства поступят еще 4 вакуумные машины. Они будут в числе новой спецтехники, приобретенной по поручению главы администрации Самары Олега Фурсова. На предприятии существует острый дефицит в технике. То есть об этом мы с главой неоднократно мы проговаривали. Вот он проблему эту видит, понимает, выделил деньги, 52 единицы закуплено. В основном эта техника вся всесезонная, вот, то есть она сразу будет введена в эксплуатацию, используется на дорогах. Машины новые, универсальные, то есть только будем повышать качество содержания. Интенсивная весенняя уборка уже в разгаре. Каждые сутки на улице Самары выходят 200 единиц техники. Кроме того, работают дворники. Основной упор сейчас на ворошение снега и подбор мусора. К слову, пыли в этом году должно быть гораздо меньше. Прошедшей зимой в борьбе с гололедом использовали в основном реагент «Бионорд». А количество песка сократили почти в 5 раз. Засиять весенней чистотой Самара должна уже к середине апреля. Марина Кравцова, Павел Пресняков. События.